Доброчинність без узросту і межів. Студенти факультету заміжних МУ МДУ Куляшова долучилися до колядних і передновогодніх акцій «Добрих справ». Молодь зладила салон дегустацію страв різних країн світу, каб собрати сродки для дітей з обмежуваними махчимостями. За час проведення акції вдалося собрати більш за 300 рублів. Гроші передадуть адресно. Запальний танець під французькі мотиви. Незвичайним флешмобом студенти закликають не бути абиякими до тих, кому потрібна допомога. Каб собрати гроші, кожна група заміжного факультету обрала країну для презентації її національних страв. Ласунки не просто частували, їх продавали для корисної справи по символічній ціні. Правда, что эти каштаны из Франции? Да, да, это каштаны из Франции, Подоколе, регион. А наш преподаватель по французскому языку Ирина Юрьевна Филимонова специально привезла для салона дегустации. Мы представляем новую Зеландию, как бы банановые кексы, афганское печенье, Ламингтон. Это как бы... Съели. Это национальное как бы, блюдо считается. Если у нас есть возможность собрать деньги, то почему бы и нет? Это же ну, детском пойдет. Цікаво, что большинство присмаков готовили сами навученцы. Салон дегустация уже традиционное передновогоднее мероприятие для студентов. Такую идею подтримливает посольство Французской Республики в Беларуси. Во Франции у нас тоже так бывает, но... Поскольку я знаю, не в рамках университета. Люди хотят помогать, и это очень хорошо. В прошлом году мы собрали более 7 миллионов рублей, которые пошли в социально-гуманитарный приют Могилевский и на помощь мальчику, который болен очень серьезным заболеванием. В этом году мы тоже помогаем мальчику Диме, которому нужен специальный стульчик для кормления. Мальчик болен ДЦП. Студенти говорять, яны отримлюють асолоду від добрих справ і долучиться до цього руху доброчинності може кожний. Катерина Городницька, Кристина Кранкевич, Віталій Алексєєнко. Новини регіон.